Привет, ребят. Меня зовут Ирина. Помоги. Дай опереться на руку. Блин, посмотри, что с моими ногами. На самом деле, в 100 метрах от этой фермы расположено кладбище. Смотри. Какие-то знаки. Да чего здесь такие канавы вырыты? То есть тут бетон и какие-то ямы. Смотри, одна яма, вторая. Вот она. Кладбище. Из-за того, что слишком близко расположено рядом с кладбищем это место, из-за этого здесь погибали животные. И поэтому это место стало заброшенным. И, возможно, так специально, такое ощущение, что она, скорее всего, она сама рухнула. Понимаешь? Вот эта стена, она рухнула сама. Здесь чья-то обувь. Почему люди оставляли здесь обувь? Блин, что-то мне тут жутковато. Какие-то маленькие комнатки. Для чего они? Один, два. Это комната снежная. Давай зайдем. Маленькая комната. Так, и недостроено. Я так понимаю, что здесь то, что планировали, даже не достроили. Ребята, это заброшенная сельскохозяйственная ферма. Почему она заброшена, я уже вам объяснила. Смотрите, сколько вещей выброшено. Вот это кладбище. Не слышу. Скорей. Побежали. Быстрее, я видел. Что? Что случилось? Вон там. На этих ржавых водобашнях. Что, что? Такое ощущение, что какие-то как будто руки вот так вот вылезли из этих башен. Я думаю, что нам... Таблица. Что там написано? Давай туда, скорей! Скорей, скорей, за мной! Эта вода охраняется здесь. Еще одно заброшенное здание. Я здесь кого-то видела. Здесь кто-то был. Здесь я видела. Вон он! Скорей! Ребята, вон там кладбище, здесь кусок плиты, который вот-вот отвалится. Страшное место.
И сегодня мы с вами его исследовали. Если вы хотите, чтобы я пришла в это место и вызывала здесь духов, обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях: «Ирина, вызови духа». Место прям реально мистическое. Но мистика дополняет то, что прямо там находятся духи. Кладбище. Я боюсь. Давай убираться скорее. Ребят, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!